Sega. Иду к указанной цели. Связи больше не было? Не было. Передайте пока, что это военная вызов. Вас понял, Марлоу. Мы... Что за черт? Неизвестный корабль. Черт, откуда они взялись? Марлоу, вы слышите? Черт. Марлоу! Марлоу взорван! Идет взрывная волна! Приготовиться к удару! Ты понял курса? В чем дело, курсант? Тебя что, этому не учили? Текила, встряхни парня, он в отключке. Курсант, ты живой? Встать, рядовой, давай, поднимайся. Так, внимание! Предположительно имеет место нашествие ксеноморфов. Так что, готовьтесь. Твари этих бить только на расстоянии. Не то их кислота превратит вас в шкварки. Начинаем операцию! Посмотрим, что тут творится. Есть контакт! Движение прямо над нами! Контакт! Хорошие драки. Вся колония обесточена. Включи фонарик. Станет темно, запали хис. Ладно, боец, тебе надо выбираться отсюда. Пройдешь через подвал. Я передам тебе координаты цели.
Наших в твоем районе нет, поэтому стреляй во все, что движется. Внимание! Иду на помощь к Ванзанту на завод. Отключаю рацию. Идите. До связи. Yeah.
уничтожила Марлоу явно заодно с этими тварями. Ты пропустил такую драку, тут повсюду кишат ксеноморфы. Они там были. Молодец, курсант. Теперь мы квиты. Как твоя голова? Заходи. Бери импульсную винтовку. Не понимаю, чего хочет добиться Вейланд Ютани. Это настоящий питомник ксеноморфов. Нечего удивляться появлению этих тварей. И я даже думать не хочу о тварях, которые выскочили из ниоткуда и уничтожили Марлоу. В общем, отсюда я вроде бы могу управлять некоторыми системами колонии. Отлично. Есть энергия. Повторите. Это Коннор. Мой отряд сейчас в клубе. Тут есть электричество, освещение, вентиляция. В общем, все, кроме выпивки. Стоп. Засекла движение. Черт, похоже, мы разбудили соседей. Нам нужна помощь. Тут что-то очень странное. Коннор, могу отправить к вам одного бойца. Он малость неуклюжий, но ксеноморфов бьет хорошо. Отправляйся в клуб и обеспечим огневую поддержку. Я должна остаться здесь и наладить работу сторожевых орудий. Задаем жару. Человек на подходе. Слышишь, музыка смолкла. Они где-то рядом.
Поднимись выше. Новый вид ксеноморфов? Это рядовой Гибсон. Я иду навстречу курсанту. Нам пришлось отступить. Там была настоящая бойня. Я поднимаюсь на лифте. Осторожно, не пали без разбора. К тебе идет рядовой Гибсон. Уже почти. Держись. Ксеноморф повредил какие-то провода. Черт! Лифты сломаны! Попробуй что-нибудь с этим сделать! Вижу движение. Несколько объектов. Держись, курсант! Родного брата.
Добро пожаловать в основной лагерь, курсант. Ну что, прошел через хорошую заварушку, приятель? Держись, парень. Жить будешь. Бегом, курсант. Мы нужны наверху. Есть движение. Идем. Почему они просто убегают? Оценивают нашу защиту, рядовой. Какого? Что случилось со светом? Они отключили. Сразу несколько сигналов. Орудие перегревается. Они уже у гермостворки. Курсант, спускайся вниз. Они лезут прямо из стены. Первое орудие вышло из строя. Найди управляющий ноутбук и включи орудие. Вот и все. Вот и все. Да ну замолчи. Мы справимся. Тащили человека через вентиляцию. Объединяйся! Уполз куда-то. Вы слышали? Не расслабляемся. Слышали? Твою-то мать! Тварь убита! Убита! Это Текила. Курсант, как слышишь меня? Без паники, к вам направляется отряд Чарли. Пусть они поторопятся, капрал. Что? О, черт! Как сквозь землю. Не снижаем бдительности. Он здесь! Не расслабляемся. Не снижаем бдительности.
Это отряд Чарли. Какая чертова крыса приказала нам отступать в тупик? Эй! Я попробую пролезть. Перелезай, живо!
того, как с ним прервалась связь. Мне нужно восстановить связь с майором. Иди на крышу. Если ты сумеешь повернуть антенну, я попробую подключиться к центральной сети. Глядишь, получится связаться с Ван Зантом и другими. Не вижу рабочих источников энергии. Теряю сигнал. Ты там поосторожнее. Найди энергоячейку, запусти лифт. Thank you.
колонию. Может, удастся куда-нибудь подключиться. Подключаю систему. Двери, замки, свет, камеры. Номинальное напряжение. Похоже, отключали энергию в спешке. Половина контуров выгорела. Внутри энергии хватает. Если пройдешь назад через здание по служебному мостику, окажешься как раз на заводе. Продолжаю сканирование.
Диспетчерская завода находится наверху, у шахты лифта. Разведай обстановку и выходи на связь. В диспетчерской должен быть распределитель энергии. Пингую сеть. Пакеты проходят хорошо. Начинаем. Эй, курсант, вижу тебя. Ты подключился и в полном порядке. Я нашла в здешней сети любопытный файл. Похоже, андроиду удалось найти кое-что интересное. Карл Бишоп Вейланд? Должно быть, там что-то особенное, раз он лично этим делом занимался. Порядок. Есть контроль безопасности. Готово дело. Продолжай движение. Я проведу сканирование, найду Ван Санта. Двигай в ближайшую точку эвакуации. Вытащим вас разом. Направо и вниз. По лестнице. Следуй за указателем цели. Ван Сант! Майор! Он в улье!
Кто здесь? Курсант? Давай сюда. Где остальные? Ты один? А, черт! Эта тварь во мне. Убей меня! Thank you.
знаю и половины парней, с которыми высадился. Но это и не важно. Все равно их всех сожрали, эти твари. Если ты нашел это, брат-десантник, передай весточку моей девчонке. Скажи, я очень старался вернуться к ней домой. Движется эта тварь. Говорят, еще можно спастись, даже если одна из них у тебя в кишках. Можно спастись. Нам даже на занятиях говорили. Главное, продержаться живым достаточно долго, что... Кто-то на загрузке прямо перед тобой. Ты должен ее видеть. Ты можешь вылезти вот здесь. Учись, здесь хранится взрывчатка. Осторожно, стрельбе. Thank you.
Западный выход закрыт. Блокировка завершена. Как слышно, курсант? Я уж думала, ты погиб. Я в кабине Тайфуна. Не могу засечь твое местоположение. Заросли густые, но мы тебя отыщем. Найди радиовышку и включи ее. Оставайся рядом с ней, и мы найдем тебя. Еще кислотой плюются! Внимание!
Ване, и я приведу вас к вашим друзьям. Меня зовут Катя. Я работаю... Работала ответственным администратором этой колонии. Мне непременно надо получить данные, которые вы найдете там, в главном здании. Ваша задача — найти энергоячейку и подключить все серверы главного здания к сети. Энергоячейка должна быть в одной из маленьких пристроек. Отнесите энергоячейку в главное здание. Я передала вам координаты. И подключите сеть. Карла Бишопа Вейланда, одного из директоров корпорации Вейланд Ютай. Я знала, что он выполняет здесь какие-то секретные задачи, помимо официально заявленных. Лишь недавно я узнала, насколько все серьезно. Впереди какое-то движение. Не буду вас отвлекать. Пожалуйста, берегите себя. Еще кто-то. Цельтесь в конечности.
корпус у них защищен лучше. Впереди еще кто-то. Цель здесь в конечности. Корпус у них защищен лучше. Рядовой. Десантный катер был сбит над этими пещерами. Thank you.
Похоже, вам придется немного полазить. Курсант, как ты тут оказался? Как нельзя кстати, рядовой. Андроиды, невидимые снайперы, жуткие твари. Добро пожаловать в армию. Парень, вон там для тебя припасен пулемет. Хватай, сейчас к нам пожалуют гости. Тревога! Осторожно! Уиллис, сволочь! Быстро, в укрытие! Найди укрытие! Рядовой. Андроиды, невидимые снайперы, жуткие твари. Добро пожаловать в армию. Тревога! Осторожно! Десант, не расслабляемся. Снижаем бдительность.
Слышали? Скроем его! Есть! Вижу! Thank you.
Куда он делся? Что это вообще за тварь? Похоже, остались только мы. Прикрывай меня, а я прикрою. Нашли множественные цели. Дави эту дрянь. Сколько там этих тварей? Десант, не расслабляемся. Срезать под корень. Не отсвечиваем! Не снижаем бдительности. Что там было? Держала ее в тайне от меня. Загляните в кабину. Вдруг там найдется что-то полезное. Thank you.
Как вам удалось выжить? Я удивлена и очень рада. Дверь кабины открылась перед боем. Обыщите кабину. Может, там есть какие-то карты, которые помогут найти вашего друга? Когда эта тварь погибла, на арене поднялась решетка. Может, это путь наверх? Десантника. Это, наверное, ваш друг. Она жива? Я открыла дверь. Вероятно, они изучали то, что за этими стенами. Колонист, что ли? Я ваш друг. Я помогу. Звучит заманчиво. На нас напали ксеноморфы. И среди них был один здоровенный, раза в два больше обычного. И визжал он просто оглушительно. Никогда не слышала такого. Из наших не выжил. Поразительно, наш бравый курсант пережил самых крутых бойцов. Ты, видно, в рубашке родился? Прежде чем личинка вылупится. Ну что, мы идем? И не зови меня капралом. Можно просто текила.
Я прочитала ваш маршрут. Смотрите на указатель цели. Курсант, почему она говорит как автоответчик? Черт! Чем он там пинается? У него даже ног нет! Так, мы почти на месте. Лаборатория за этой аркой. Вперед! Ого, какое оно огромное! Понятно, почему они не подпускали сюда колонизм. Вот где начались все беды. За это заплатит. За все. Это его вина. Согласна. Стабилизируем ваше состояние, капрал. Успокойтесь. Высокий уровень адреналина может активизировать паразита. Черт! Проклятая личинка не дает вздохнуть!
рядовой. Я должна как можно скорее помочь капралу. Я засекла движение. Сигнал прерывистый. Вон там. Вижу тварь. Похоже, роботы Вейланда не смогли их добить. Все личные сообщения подлежат проверке. Запрещаются любые портативные накопители данных. Наши секреты – это наша главная ценность. Внимание! Андроиды! Деваться некуда! Придется уничтожить этих андроидов! Будьте разумны, уходите из лаборатории и ждите эвакуации.
Это последний шанс. Похоже, он о себе высокого мнения. Давай, мне очень больно. Похоже, они отсюда не выберутся. Давай, надо идти. Наблюдается повышенная активность ксеноморфов. Требуется введение карантина. Зафиксируйте ее на столе. У нас аварийный генератор. Я подключусь к станции Вейланда в пирамиде. Все готово. Только бы никто не заметил утечку. Катя, я так и знал. Деятельность этой станции жизненно важна для военных наблюдений. Любое вмешательство – это акт саботажа по уставу корпорации. Ты неудачный экземпляр, Катя. Производственный брат. Не знаю, что ты пытаешься сделать. Я это прекращаю. Нет, мистер Вейланд. Тарл, не надо. Ты отправила сигнал СОС, вызвав сюда десант. Вопреки интересам компании. Считай это дисциплинарным взысканием. Придумала. Анабиозная ванна. Это последний шанс. В анабиозной ванне мы сможем доставить Капрала туда, где ей окажут помощь. Это все, что мы можем сделать сейчас. Рада познакомиться. Пожалуйста, не волнуйтесь. И, пожалуйста, не называйте меня искусственной личностью. Я та, кто я есть. Андроид. Я дитя корпорации, но я на вашей стороне. Поскольку ваш крейсер и все десантные катера уничтожены, есть только один способ покинуть эту планету. Вот. Видите прибор в руках Вейланда? Это его коммуникатор с аварийным передатчиком. По сигналу прилетит его личный спасательный катер. Я займусь подготовкой к отлету. Отправляйтесь в пирамиду и захватите коммуникатор. Я встречусь с вами там. И вот что. Передайте мистеру Вейланду наилучшие пожелания. Я отправила вам маршрут к пирамиде. Смотрите. Oh!
сливочное мясо. Чем раньше ты поймешь это, тем лучше. Внимание! В центральном зале обнаружены ксеноморфы. Начинаем процедуру блокировки.
радиовещание, рядовой. Они о вас знают. Thank you.
Рядовой, рад встрече, наконец-то. Я давно слежу за тобой. Ты опасный противник. Ты борец, как охотники, хозяева этого мира. Как ксеноморфы, их дичь. Как я. Просто у меня больше опыта. Хорошо. Не задумывался, кто снабжает ваши войска оружием? Мы с КДВ, старые друзья. По факту я и хозяин. А значит, и твой тоже. А когда собственность перестает приносить пользу, она устраняется. Уничтожить.
ты слепо хранишь верность своей стае, сторожевую стаю, что с которой я считаю? Место посадки. Коммуникатор. Последний шанс. Коммуникатор, солдат. Подальше от этой планеты. Это коммуникатор. Сэр, коммуникатор у нас. Никаких проблем. Да, мы взяли экземпляр живьем. Передаю данные с коммуникатора. Старт. Эта операция дорого обошлась нам. Надеюсь, мой предшественник верил в нее не напрасно. Боже, он оказался прав. Немыслимое сокровище. Координаты родной планеты ксеноморфов.